Так, всем привет. Не знаю, слышно меня нормально или нет, напишите. Вроде должно быть слышно. Продолжаем игру. У нас тут подобие финального боя, но тем не менее оппонент нас, видимо, не ждал, что мы уже в центре. Подумать, как разобрать, думаю, там магии немного, но 30 коней все-таки штука опасная. Нет, шар не одел специально. Да тут тихо, не в микрофоне делать, потому что говорить не могу громко. Так, ладно.
чем начать? Ну, если единственное, что у него может, у него, возможно, какой-то есть хаст базовый, который он может дать на единорогов, на наш в ответ на наше слово. Тут надо тоже аккуратнее это все сделать как-то. Как-то так, наверное, расстаемся. Давать ли слово прямо сейчас? Наверное, да. Но опять же, он в любом случае будет закрывать эльфов, наверное. Хотя смысла в этом нет, потому что его эльфы по сравнению с моими гогами вообще не котируются такими параметрами. Ну, давай сыграем лоу. Пока посмотрим. Ну, хаст там будет явно не массовый, а слово затем, потому что мы скоростью не отличаемся. Там как-то надо будет его все равно убивать. Тоже слоу делает, значит, хаста нету. Может быть, неправильно можно было с ним выстрелить. Да, в эльфов надо было первому стрелять, конечно. Ну, они мне немного убьют. Да, там совсем немного. Наши баллисты и то посильнее. Сколько же его два дракона убьют моих эфритов? Ни одного. Пятьдесят урона. Ну, это понятно было. То, что он неправильно сделал, закрыл.
10 единорогов нанесли столько же урона, сколько даже меньше, чем 10 питлордов, 9 питлордов. Ну, наверное, он просто их сливает, всех этих единорогов, чтобы откупиться подешевле. Наша задача, совершенно не стесняясь, это все забрать. Побыстрее. Следующий хаст прилетит на Виву. Спасибо. Так, ну все, затащили игру. Так, ну неожиданно таким получилось короткое очень продолжение. Вот как-то так. Оппонент загнался и поплатился за это. Вот так вот выиграл чуть-чуть мува. Еще будет. Да, я жду другого оппонента. И если он появится, мы продолжим. Мы сегодня с Кингером еще договаривались продолжить игру. То есть если он будет... Спасибо. Спасибо, ребят. Ну, на самом деле, тут победа достаточно такая была, можно сказать, где-то на лаке, потому что там насыпало, что он так вышел хорошо. Там хорошо насыпало. Кингера нету в сети, я ему написал, он вроде в субботу обещался быть. Вот, поэтому пока стоп. Картонки покатать немножко. Картонки пошлепать. Ну, в принципе, наверное, сделаю стоп. Благодарим. Благодарим оппонента за игру. Смотрим расклад. Опа. Не вопрос. Давайте, хорошо. Сейчас пароль у него спросим. Там не только статы потащили, там еще прокачка топовая была. Поэтому. Интересно, кстати, еще что была за утопа, которую я не стал брать. Утопу я хотел брать этим ходом. То есть я хотел взять улик по бездорожью, ничку коней и залезть в утопу. Я думаю, мы бы ее легко разорвали, но в тот момент, когда я был в утопе, мы были еще не готовы к ней, поэтому. Что нет, пароль не говорит. Ну, подождем немножко. Срогов не затащили? Не, не затащили. А как они там затащат? Ты что? 30 единорогов, 30, вдумайтесь в эту цифру, 30 единорогов нанесли урон меньше, чем 9 питов. Меньше. То есть, привет всем, кто подходит. Башня, любимый город, почему Инферно взял? Ну, вообще Инферно мой любимый замок всегда был. Ну, башня тоже люблю играть, но просто турнир такой, поэтому вот взял Инферно. Я думал взять башню, может быть в следующий раз буду брать башню. Что-то оппонент не это. Ну, если бы у него был накирь.
Так. Посмотрим расклад. Что там грузили? Какой сейф? Просто видео качал много лет назад, ты вроде показывал, как играть за башню. Да, это было самое первое мое обучающее видео, поэтому с него мы, как говорится, с него вообще эра видео в героях и началась. Пароль какой-то странный. А на русском. Пароль чуть не подходит. Не тот, не тот. Кто написал? Ну, вообще, игроки в героев. О, все работает. Так. Это что за сейф я загрузил, непонятно. Значит, так, смотрим, что у него было. Тоже, кстати, довольно небольшой респ. Мичка драконов. Мичка коней, да? Так, сколько у него там было? Три мички единорога. 5 мечек единорогов и 2 мечки драконов. Ну это жесть какая-то. Это грязь вообще. Кирь с экспертной землей, в сапогах, все как надо, с одним ангелом. Ну, как предположительно, ангел был с первой недели. Тут еще утопа, тут еще меч правосудия. Вот это почему-то он бить не стал, видимо, только вышел. И это... Ульи, несколько драконов, внешний рынок. Ну, очень нормальная такая задача была у него. И тюнечками единорогов. У него тоже реликтовый артефакт был на респе, как и у нас. Так, чекнем утопу. Я вот не уверен, если бы вот эта финалка состоялась нормально, я бы не уверен, что я ее против Кири бы выиграл. Хотя, кто его знает. Что у него там за ГО было, интересно? Респ адмирала. Так. Тут, кстати, я вот был в ту сторону, да, то есть я не знаю, пошел бы я сюда, не пошел. Что-то коробки хорошие. Ну, мне вот интересно, что в итоге. Давайте проверим, затащили мы или не затащили. Это вот какое-то. Как оно бы пошло, как пошло. Такой вот армии, как я планировал здесь. Без гогов, естественно. Проверим. Топа маленькая. Ком даже справился. Ах ты, блин. Не снял. Где-то сюда сюда. Правильно расставился.
Вырубим мы. Не добили. Слушай, ну ангелы хорошо прикладываются. Защиту тащит прям. Этого надо дорезать. Ну, еще мы бы здесь под щитом бы были, если бы нормально напали. Ну, в принципе, достаточно такими с приемлемыми потерями разбирали. Ну и награда тоже не самая плохая. Но хотя куда мне вот эту вот шею, да? Куда мне это? Это тоже не шибко надо, по идее. Вот опыт тоже бесполезно оказалось. Вот это. Вот это троечка. Тоже вообще мусор полный. Опять ничего себе Пандорка, да? Вот это Пандорка. Так, Пандорка. Если бы он вышел и вот это бы прихватил бы, мне бы уже, наверное, ничего не помогло. А прихватил бы он это, наверное, легко. Ребята, отключаюсь. Если еще кто-то и появится оппонент,